Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Сегодня снимаю коротенькое видео, чтобы объявить о победителе в нашем СП «Любимый Dimensions». Недавно на своем канале я выложила общее слайд-шоу со всеми готовыми работами, которые вышивали девочки в рамках СП «Любимый Dimensions». Прошло голосование, и большинство проголосовали за Людмилу Т. Людочка, я вас поздравляю от всей души, желаю вам успехов в творчестве, крепкого здоровья и, конечно, огромного вдохновения на создание очередной красоты. Людочка заслуженно, считаю, выиграла данный наборчик, который выбрала сама, так как в приглашении я объявляла о том, что победитель нашего СП будет выбирать сам себе подарок. Подарок – любой набор от Dimensions, который пожелаете. 6 готовых работ отшила Людмила в нашем СП. Это очень много. Все красивые, интересные дизайны. Все мне очень понравились. Особенно покорило мое сердце сюжет с девочками. Сейчас немножко подзабыла название. Людмила может увидит и напишет в комментариях все красивые работы, которые еще даже успели оформиться за это время. Здорово! Девчонки также все молодцы, вышивали, старались. Я хочу выделить также Елену Чепко, вышивка. Она тоже много отшила в рамках нашего СП. Дарья Савинчева, рисую ниточкой. За тебя тоже голосовали. Очень нравятся твои видео, хвалили, как ты все это оформляешь, вышиваешь. Скоростная вышивальщица, тоже, девочки, поздравляю. И также хочу выделить еще одну рукодельницу с Украины. Это Галина Агеева. Она тоже много вышивала, старалась. Девочки-участницы также голосовали за Галочку. Спасибо за участие. Всем спасибо огромное за участие, девчонки. Было с вами интересно вышивать в дружной большой компании. Сейчас хочу оставить, конечно, небольшую интригу. Оставлю ссылку на Людмилу Т. Проходите и знакомьтесь. Много разных красивых картин вышивает Людочка. И она уже сама снимет данное видео и похвастается, что же она выбрала и выиграла в нашем СП «Любимый Dimensions». Хочу сказать только одно. Очень красивый, шикарный, яркий дизайн от Dimensions из Gold Collections. Ну что ж, спасибо всем огромное девочкам-участницам нашего СП «Любимый Dimensions» за ваше участие, за то, что вы с нами вышивали в дружной большой компании на протяжении целого года. Буду с вами прощаться, так как нужно отправлять скорее данный подарочек Людмиле Т. Людочка, большой вам привет, ждите свой подарочек. На этом все, буду прощаться, с вами была Алла Белочка, до новых встреч, всем пока-пока!